той весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток. Старый дом за углом, не могу на него наглядеться. Помнит он о былом, о далеком курносом детстве. Помнит он о былом, о далеком курносом детстве. Мальчик был влюблен в театр с детства. Тетя, известная актриса театра имени Вахтангова, все время приводила его на спектакли и репетиции. В Вахтанговском он пропадал днями и ночами, что и предопределило его дальнейшую судьбу. Эдуард Колмановский стал замечательным театральным композитором. Его музыку к спектаклям «МХАТа», «Тюза», «Современника» Вахтанговского знали и любили тысячи московских и заезжих театралов. И вдруг в одночасье Эдуард Колмановский стал одним из самых знаменитых и любимых советских композиторов-песенников. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж шагаю с работы устала, я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Потрясающе, что значила тогда песня в жизни страны. С песни «Я люблю тебя, жизнь» в космос улетал Юрий Гагарин. Ее 40 дней пели солдаты Зиганшин, Поплавский и их друзья, оказавшиеся в океане без еды и помощи. Сутками, чтобы выжить, ее пели девушки-геологи, заблудившиеся на Чукотке в 50-градусный мороз в пургу. Эдуард Савельевич Колмановский был человеком, любящим одиночество, хорошо образованным, блестяще знавшим поэзию. Каждый год летом в библиотеке Дома композиторов в Старой Рузе он набирал себе горы книг и журналов. Он был очень талантлив и весьма ироничен. Когда СССР оказался снова готовым к войне, Колмановский написал на стихи Евтушенко гениальную песню. Один из моих любимых. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, в этой
ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Как у людей своя история, своя судьба. Мне бы хотелось рассказать об одном эпизоде, связанном с историей этой песни. Лето 62-го года. В Москве проходит Всемирный конгресс сторонников мира и всеобщего разоружения. И Министерство культуры решает подарить каждому делегату конгресса запись на граммофонной пластинке песни «Хотят ли русские войны». И вот за осуществление этой необычной задачи берется один артист. Это великолепный мастер, певец, исполнитель, музыкант Георг Карлович Отц. Я отчетливо вспоминаю, как я приехал в Таллин и присутствовал в радиостудии на записи, когда Георг Карлович в течение одного вечера записал эту песню на русском, французском, английском, немецком и испанском языках. The virtues and the poor free, the soldiers who once fought a breast, and near the virtues lie at rest, their sons will answer by the score. Ask them if Russians are, ask them if Russians are, ask them if Russians are. Только за свою страну солдаты гибли в ту войну. А чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и все тогда понять должны. Хотят ли русские и югославские, хотим ли мы, друзья, войны? Хотят ли русские и югославские, хотим ли мы, друзья, войны? Он никогда не писал мелодию просто так. Он любил песни с каким-то особенным сюжетом. Даже если это была песня «А мне мама, а мне мама». Целоваться не вели. Который был свойственен этому композитору. И своя интонация, которая была свойственна только Колмановскому. Наверное, в этом и была так индивидуальность, которая отсутствует сейчас у многих композиторов, поскольку все думают, что песня – это ритм. И песня – это какая-то особенная там пластика танцевальности. А он думал, что песня – это чувство. Песня – это как книга. Он говорит, мы же читаем книгу. Мы по песне живем, мы прочитываем свои чувства. И это правильно, я тоже так думаю. Ушло тепло с полей, и стаю журавлей ведет вожак заморский край зеленый.
печально клин, и весел лишь один, один какой-то журавленок несмышленый. Он рвется в облака, торопит вожака, но говорит ему вожак сурово: хоть та земля теплей, а родина милей, милей, запомни, журавленок, это слово. А родина милей, милей, запомни, журавленок, это слово. Запомни шум берез и тот крутой откос, где мать тебя увидела летящим. Запомни навсегда, иначе никогда, дружок, не станешь журавлем, ты настоящий. У нас в краю снега, у нас гудит пурга, и голосов совсем не слышно птичьи. А где-то там вдали курлычат журавли, они о родине заснеженной курлычат. А где-то там вдали курлычат журавли. Да, журавленок спел. Хоть я его вроде как раз. Теплее. Да, но из-за этой фразы не пустили. А родина просто... милей. Из-за этой фразы просто не пустили в эфир эту песню. В свое время. Хотя Эдуард Савельевичу очень понравилось, как я спел ее. Вот. Потом. А из какой фразы ты? Хоть та страна теплее, а родина милей. Какая-то еще страна теплее. Хоть та страна теплее. Какая-то еще страна теплее. Короче говоря, в одной из очень престижных передач эту песню в исполнении Стаха Ибрахима не пропустили. Жена Колмановского Тамара, милая, общительная, обаятельная женщина, преподавала английский язык. Совсем молодой еще она погибла в автомобильной катастрофе. Остались два сына. Сережа, всегда смущающийся, доброжелательный, стал композитором. Но чтобы не быть освещенным фамилией отца, взял себе псевдоним. Саша учит людей играть на гитаре. Они оба очень лиричные люди, что передалось им по наследству от Эдуарда Савельевича. Много лет спустя после войны Колмановский написал о войне одну из самых лиричных и лучших песен. Белеет ли в поле Пороша, Пороша, Пороша? Белеет ли в поле Пороша, и льгутья ливни шумят? Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша. Стоит над горою Алеша, молгали русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка, из камня его гимнастерка, из камня его сапоги.
страшною ношей, немало под страшною ношей легло безымянных парней. Но то, что вот это Алёша, 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 но то, что вот этот Алёша известно Болгарии всей. К долинам покоем объятым, покоем объятым, к долинам покоем объятым, ему не сойти с высоты. Цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам. Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Привычный, как солнце и ветер, как солнце и ветер, привычный, как солнце, как ветер, как в небе вечернем звезда. Стоит он над городом этим, над городом этим, как будто над городом этим вот так и стоял он всегда. Видит ли в поле Пороша, 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 видит ли в поле Пороша, и буки ливни шумят. Стоит над горою Алёша, 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 стоит над горою Алёша, Болгарии русский солдат. Алёша. 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 Эта песня, конечно, сделала в нашей биографии, наверное, очень много, потому что она стала поистине народной. И когда говорили «Алый стахан», то, конечно, в первую очередь вспоминали Алёшу. Или наоборот, когда говорили «Алёша», то это были «Алые стахан». Мы очень благодарны Эдуарду Савельевичу. Конечно, он слышит нас, он видит, дух его жив, музыка его живет. Значит, он, конечно, может быть, услышит нашу искреннюю благодарность, человеческую, актерскую, за ту радость, которую он доставил нам и многим-многим своими песнями, своими мелодиями. Я летаю в разные края, знает, где мы завтра будем. Тушки привожу в пустыню я, счастье раздаю хорошим людям. Почему кружок там потому, что я жизнь учил не по учебникам? Просто я работаю волшебником, волшебником. Следы, как многоточие, хочешь, я с тобой заговорю. В руку да поставим путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Часто годы чувства торопят, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как сушку красивой. Почему, дружок, так потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть о друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство.
Господи, ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Эдуард Савельевич Колмановский не был публичным человеком. И, как мне всегда казалось, не очень любил прямое общение с народом, для которого писал свою музыку. Смущался. Зато народ любил и любит его песни. В Праге на конкурсе эстрадной песни я пела песню композитора Колмановского на стихи Евтушенко «Вальс о вальс». Вальс старел, говорит кое-кто, смеясь. Век усмотрел, в нем отсталости старость. Пробок не смел, наплывает мой первый вальс. Почему не могу я забыть этот вальс? Твист и черстов, вы заполнили шар земной. Вальс оттеснен, без вины виноваты. Но затаен, он всегда и везде со мной. И несет он меня, и качает меня, как туманной волной. Не ворчит, не ворчит. Вальс воевал, он в шинели шел за пылем. Вальс напевал про манжурские сопки. Вальс навевал нам на фронте осенний сон. И как друг фронтовой не забудется. Где-то снова в тайге сейчас. И ангара подпевает, волнуя. И до утра с нами сосны танцуют вальс. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вальс.